На встрече во Дворце спорта «Видное» присутствовали организаторы ежегодного открытого урока, который проводится совместно Министерством образования Подмосковья и Московской епархии. Урок пройдет в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры и больше будет похож на театральную постановку, объединенную одной общей темой. В этом году она звучит как «Молодежь, свобода и ответственность». Тема очень важная, актуальная, и хотелось бы, чтобы тот урок, который будет вот нам предъявлен, чтобы он был действительно на самом высоком уровне духовности, нравственности и показал нашим ребятам, в общем-то, какие-то правильные пути из тех проблем, которые, к сожалению, в современном мире очень-очень присутствуют и в очень большом количестве. Для нашего муниципалитета проводить такие масштабные мероприятия не в новинку. В 2017 году Дворец спорта уже был площадкой для такого урока. Сейчас при подготовке весь опыт того года будет учтен. Нужно еще раз поднять нам прошлую историю, где-то что-то добавить, может быть, какие-то есть требования, пожелания, намерения со стороны коллег. Мы обязательно должны на это обратить внимание. Предполагается, что участниками открытого урока будут более 3000 школьников со всего Подмосковья. Ожидается приезд высоких гостей из других регионов. А само мероприятие организаторы планируют сделать как никогда масштабным. В том числе принято решение о проведении онлайн-трансляции, чтобы зрители по ту сторону экрана смогли стать полноправными участниками урока. Возможность такая, что дети, в том числе те, кто будет сидеть в актовых залах, в своих, по, допустим, QR-коду или по ссылке смогут заходить на сайт опроса и отвечать на какие-то вопросы. Мы можем, 3-5 вопросов, я думаю, чтобы не загромождать. И, в принципе, мы могли бы в онлайн-режиме ответы выводить. После совещания коллегия организаторов осмотрела зал, где установят сцену, а также холл Дворца спорта, в котором будут принимать гостей мероприятия. Впереди обсуждение вопросов безопасности и логистики. Мы в течение 2 недель соберем данные с территории, сколько будет каких больших автобусов, маленьких, и вам направим. И вы, когда получите фактическое количество автобусов больших и маленьких, уже решите, здесь вы их будете парковать или куда-то отправить. Также в день открытого урока будет проведена тематическая научно-практическая конференция с участием представителей Московской епархии и делегатов из муниципальных образований Подмосковья. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».